У Гомеля отбылися спаборніцтвы по плаванню у категорії «Мастерс» Кубок Полесся. Раніше у обласному центрі подобних турніров не проводили. За медалі спрачалися спортсмени з Білорусі, Росії, України і Польщі. Заявки подали більш за 140 чоловік. Подробязності у наступному матеріалі. Категорія «Мастерс» означає, що удзел у спаборніцтвах може прийняти любий чоловік. Були і діючі спортсмени, ветерани спорту, аматори. На плавальних дорожках усі рівні. Чемпіонат світу, сусвітні гульні ветеранів спорту. Это аналог олимпийских гульнял. Самое престижное спаборництво у категории «Мастерс». До речи, перемога на таких стартах не завсёды достается профессионалам. У партости тренировки помогают плывцам без спортивного минулого досягать высоких выников. Большая разница, которая была, может быть, когда-то в молодости. Одни достигли каких-то олимпийских результатов, кто-то просто плавал для себя. С возрастом это все сглаживается, и, как ни странно, у людей, которые не достигли результата в молодости, есть шанс выйти на дорожку рядом с олимпийскими призерами, чемпионами, с чемпионами мира и даже победить их. Узрост спорту не помеха. Удельники Кубка Полесся этому наглядный доказ. Узростовых категорий 14. Соперников на дорожце мог знайсти себе любым. До речи, сярод удельников не только были спортивные профи. Многие упершиню вышли на старт уже у довольно сталом узросте. Нехто, каб реализовать свои жадания, якие не отрымалось увасобить у житё у молодости. Нехто просто вырашая кардинально сменить лад життя. Объядновывая всех одно, непередавальный дух соперництва и атмосфера спаборництва не отпуская. Это примушает снова и снова идти на тренировки, ставить уластные рекорды. Это движение, у него как бы для меня две составляющие. Первое – это сам спорт и твое состояние, как оно меняется. Ну, ты следишь за своими достижениями, они улучшаются или не улучшаются, и это очень серьезный челлендж, это очень оживляет жизнь. Хорошо помогает разгружаться от стресса. А вторая половина очень важна – это общение. Это то, чего, может быть, нет в таком вот обычном спорте, там некогда. Тут очень много общения, и это огромная ценность, конечно. Перший Кубок Полесся – пілотны па сутнасці, аднак не па ўзроўні. Больш за 140 удзельнікаў – гэта вельмі неблагі паказчык для дэбютнага турніру. Да і геаграфічнае прадстаўніцтва вельмі шырокае – 4 краіны. Галоўныя арганізатары – грамадскае аб'яднанне «Жоўтая субмарына» – добра папрацавалі. І гэтыя намаганні госці высоко ацанілі. Мне очень приятно быть на таком турнире. Более того, он впервые проходит, и для первого раза очень много участников. Я думал, что все, кто принимает участие в организации, они сами не ожидали такого, в общем-то, всплеска интереса. И нам тоже здесь приятно находиться. Перший Кубок Полесся, безумовно, отрымался. И есть все подставы, что апошним он не будет. И про сгоду Гомеля сберется еще больше аматоров плавания. Максим Савин, Анна Корольчук, Валерий Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель».